с его особенностями можно использовать. Поэтому вот этот момент, то, что Chemex только для цветов, ну, это не так. Это не так, это хороший девайс. О, no. Здорово. Где кофе надо? Да, сейчас мы... Вот, все, включаем актера. Жень, твой фильтр. Спасибо. Это один из лучших фильтров, которые я пил в Харькове. Классно, да. Да, очень классно. Знаешь, о чем я только что думал? Перед тем, когда Слава включил камеру, я думаю, если бы у вас не было названия, вас бы все равно пришлось бы свитером назвать, потому что вот мы побывали на обжарке, и я зашел в первую вашу кофейню, и везде веет таким каким-то теплом и уютом. Во-первых, на обжарке все очень очень дружелюбны, и как-то у вас там так светло, уютно, такое ощущение, что я уже работаю там у вас очень долго, и все знаю, всех ребят. Даже первая встреча с людьми, которые в офисе сидят, да, вот такой, получается, заход на обжарку был через офис. Собрание там было, как раз заканчивалось. Вот. Да, знаешь, обычно собрание, такой разбор полетов, у вас после собрания, смотрю, все такие живенькие, веселые. Видимо, раздавали похвалу. В кофейню мы сюда спустились, подвальчик, и, во-первых, после холодной улицы достаточно так тепло, очень тихо, у вас играет музыка, но она не орет, не давит на уши, реально так спокойно, как дома. Как, знаешь, я не хочу сказать, что у бабушки в гостях, но... Ну, вроде того, да. Ну, реально, вот. Тепло, уютно. Спокойно, да. Вот как бабушка попросила сделать потише, потому что давит на голову. Поэтому свитер — это, наверное, 100% попадание. Слава, не упади там, пожалуйста. Да, у нас по понедельникам всегда собрания, они всегда в таком ключе проходят. То есть мы там, в 10 утра собираемся и 2-3 часа разбор полетов. Что было сделано за неделю, что планируем сделать на неделю вперед и так далее. Оно всегда проходит в такой дружественной обстановке, потому что мы в команде работаем. У нас там нет каких-то больших споров. Там, бывает, конечно, кто-то придет невыспанный, с плохим настроением, что-то. Но в целом у нас всегда так дружественно, мы всегда там у нас со сладостями, с кофейком. Вот. То есть это не выглядит как какой-то там круглый стол, где все сидят. Да, мы стараемся все по-дружественному, в тепле, как бы все поговорить, обсудить, сделать планы и так далее. Вот. Расскажи об этом заведении. Просто потому что мы на обжарке еще будем и будем много говорить. Оставим это как бы на потом, эту тему нетронутой. Насколько я понял из предусловия, это одно из первых заведений вашей сети, если не первое самое. Сколько лет уже этому заведению? Не первое. Честно говоря, я не скажу, сколько лет конкретно этой кофейне. Первая у нас была вообще около, наверное, 7 лет этой кофейни. Вот. Поэтому она здесь такая вся олдскульная. То есть мы там потом побываем на других, более новых кофейнях. Там чуть-чуть другой дизайн, а здесь вот мы старались вот этот антураж 7-летней кофейни как бы оставить. То есть тут тепло, хорошо, тут всегда так было. Тут всегда работали... хорошие такие сладкие люди, вот, поэтому... Сладкие и теплые. Да, сладкие и теплые. Потом стараемся сохранять такое. Такое свитер кофе сразу бросилось в глаза. Свитер кофе, это мы говорили еще тогда на съемке в Киеве, что есть у нас такой вот тоже 7-летний напиток, такой из 2014 года, родом. Вот, это... Вот то, что раньше было у всех, знаешь, там Сникерс продавалось, вот это вот. У нас сейчас мы его чуть усовершенствовали, но все же это тот же старый свитер кофе. Там просто сладенький такой жирный напиток с орехами, с фундуком жареным, с топленой карамелью. И сверху еще латте готовится. Вот. То есть это вот аж глотнул, да, слюнку аж захотелось сладенького. Та топленая карамель, которая у вас... готовят сами, да? Да, мы сейчас уже сами готовим топленую карамель, то есть раньше это была покупная, это карамель, сейчас мы готовим сами топленую карамель, вот. И такой вот напиток получается, он как бы, грубо говоря, наш фирменный, вот, то есть мы его не убираем, это вроде как сильно-сильно old school, сильно-сильно старо, Но мы не убираем, потому что у нас есть много гостей, которые с нами уже вот эти 7 лет, сколько у нас кофейня существует, столько они находятся. И гости приходят и просят постоянно. Нельзя просто так взять и лишить их. Да, это такой напиток вечный. У нас есть еще один такой напиток. Это стильный олень летний, он называется. Там идет замороженный фильтр, молоко и сироп. Вот это тоже неубираемая штука. Сколько пытались его убрать, все равно все приходят, спрашивают. Мы делаем. Вот. И по поводу сезонности вашей карты. Очень резко похолодало. Перестроились ли вы уже на зимнее теплое меню? Или вообще, если как это у вас происходит, насколько как бы сложно и долго этот процесс? Перестраиваемся. Сейчас все в процессе. Это больше Вероника расскажет по сезонному меню. В целом у нас все... Раньше у нас было на каждый сезон новое меню. То есть зима, весна, лето, осень. Мы каждый раз придумывали новые напитки. И это было очень сложно сейчас. Вот, то есть каждый сезон только вроде бы все вывел, все сделал, все рецепты, все есть, готовится. И тут уже новый сезон. И тебе опять думать, опять... Это. Сейчас немного проще, у нас просто есть теплый и холодный сезон. То есть у вас уже отработана схема на зиму и на лето? Ну, то есть пришла зима, снял футболку, одел свитер и как бы вуаля. Вроде того, но нет, у нас каждый сезон новые напитки все-таки. То есть есть те, которые там остаются с прошлого года, которые прям именно зашли, и они прям очень хороши, и они всем нравятся. То сейчас мы все равно на лето, ой, ну, на теплый и на холодный сезон делаем новые напитки. И они все, ну, то есть это всегда новое что-то. То есть мы невозможно просто каждый сезон торговать старыми напитками и, ну, конечно, просто устоявшиеся, да, как свитер, кофе. Да, и... есть такие, но это больше как, это не сезонный напиток, это просто часть меню. А вот авторские мы постоянно делаем что-то новое. Ну, то есть Вероника у нас с этим занимается, она постоянно там какие-то новые тренды барные смотрит, там какие-то всякие штуки, там, много параллелей с алкоголем, там, с всякими авторскими, с чемпионатом и всего остального. Вот. А скажи, я у вас обратил внимание, стоит Chemex, он как и у всех для цветов или все-таки используете по назначению? Для цветов. Для цветов. Да. Ну, не сильно близко он к посетителям, потому что все-таки часто их бьют. Это такая самая большая бич Chemex, что они, ну, хрупкие. Да, не бьют, видимо, не бьют, видимо, да, Вероника у нас любит грохнуть там Chemex или сервер, это нормально. Я видел у тебя в Инстаграме, очень часто ты выставляешь на продажу битые сервера. Да, да, я же перестал выставлять, у меня их постоянно наполняется, да. Нет, Chemex такая штука, которая вроде как жалко, что вазы не будет, но в целом можно и другую. По кофейной карте. У вас здесь, кроме классики, есть еще батч-брю. И так как нам приготовили альтернативу, я так понимаю, ее можно тоже заказать. Да, да, здесь у ребят стоит и альтернатива, и батч. То есть там, ну, по правде говоря, тот же Chemex можно заказать, рубля приготовят, но девочки всегда предложат сварить что-нибудь по каноничнее, типа воронку или типа аэропресс и так далее. Вот, там у них есть брюбар, есть все, что нужно. Вот. Ну, то есть вся классика, все. Сколько популярная у вас альтернатива по сравнению, например, там, с киевскими заведениями? По сравнению с киевскими заведениями, наверное, не популярно. Но тут еще вопрос в том, что мы всегда учим ребят, у нас они часть стажировки проходят, это обязательно учатся альтернативе, но в большинстве своем вот это вот обучение альтернативе, это для того, чтобы у них сформировалось понимание, как правильно заваривается фильтр, для того, чтобы они могли качественно и хорошо варить батч-брю. То есть в целом, да, они готовят альтернативу, в целом, да, у них заказывают, но... Честно, это все вот в ту сторону, чтобы просто было понимание, как варится батч. Он намного проще, но если ты, ну, как, если ты варишь альтернативу, то батч ты, конечно же, сможешь сварить там, без проблем, понимая все условия там, экстракции и всего остального. То есть в целом мы всегда… У нас есть это все. Но мне хочется так, чтобы всегда был у ребят просто батч. То есть, чтобы они не ждали, пока у них закажут воронку, а чтобы у них просто был батч, и они всегда налили. Вот, чтобы, ну, а у вас сразу с открытия первых свитеров был фильтр. Наверное, не сразу. Потому что я помню далекие там 2014, скажем так, годы, тогда еще не в каждом заведении, и в принципе американо в основном готовили. Это уже там, спустя там, несколько лет пошла мода на то, что американо — это разбавленный эспрессо, это нехорошо. И... примерно, наверное, года 4 назад у нас стали появляться все вот эти вот девайсы, 4, 5, 6 лет назад, ну довольно давно, не с самого начала, начали появляться все вот эти девайсы, и они появились даже раньше, чем у нас появился батч. То есть тогда еще пока кофеварки все были очень дорогие, все это, плюс понимания большого не было. Пока мы учились, мы начинали там, покупали всем воронки. То есть первый шаг — это мы купили на все в точке воронки, и все вот так, чтобы все, каждый купил себе воронку. Вот. Потом пошли аэропрессы, потом на некоторых точках у нас только стояли кофеварки капельные, и в какой-то момент мы там пару лет назад или тройку решили так, что почему у нас не везде вообще, где... Почему у нас не везде стоят кофеварки? И у нас все на то время там 18-20 точек все были с капельными кофеварками. Вот. И сейчас цель больше нацелена на то, чтобы мы всем предлагали фильтр. Мотивирует тебя как-то барист для того, чтобы они больше продавали фильтра? Да, это постоянно с ними проводится там беседа, что, ребята, у вас не может быть такого, чтобы человек пришел, спросил у вас фильтр, а у вас его нет. Это просто недопустимо. Побеждает американу или все-таки еще догоняет? Статистики, честно говоря, не знаю. Я так думаю, что где-то оно примерно поровну. То есть у нас есть точки, которые прям много-много фильтра продают, а есть точки, у которых мало фильтра, но пьют люди американо. И это нормально. Но все ребята предлагают во время того, как человек заказывает фильтр, человек заказывает американо, ребята обязательно предлагают фильтр. Вот. По поводу альтернативы, все хорошо, но что такое альтернатива? Она там на 20-30 дороже, но это 5 минут времени бариста, это получается все, уже начинается запара, приходят гости, а выхлопа с этого, человек попробовал какой-то кофе. А у нас и так у ребят по 1-2 батча стоит разного кофе в фильтре и так далее. То есть... мы за то, что просто всегда, как минимум, у ребят был фильтр. Воронку всегда можно прийти заказать обязательно. Вот. Давайте продвинемся на брюбар, посмотрим. Я еще держу в голове вопрос, и я его задам. Я на обжарке у вас увидел 2 электры, и первая точка, куда мы заехали, опять вижу электру. Это так совпало или все-таки есть какое-то соображение по поводу этого? Любовь к этому бренду? Нет, это просто у нас изначально стояли на всех точках электры. Это хорошие кофеварки за свою цену. Сейчас мы все новые точки, которые открываются, мы им сперва предлагаем, конечно же, хорошую кофеварку La Marzocco. То есть мы всегда ищем какую-нибудь бэушную или новую недорогую Marzocco, делаем предложение: ребят, открывайтесь с Marzocco. Это вкуснее, это лучше, это, здесь все плюсы. А если они не хотят, то мы подбираем более бюджетную кофеварку, но тоже хорошую. Сейчас все покупают Dalla Corte у нас. Вот, то есть там 2-3-постовые Dalla Corte, они за свою цену очень хорошие, очень вменяемые шоты готовят, поэтому вот. А электры — это просто изначально у нас все кофейни открывались по-бюджетному с электрами, вот, с барлюмами в основном. Вот, это здесь вот такая олд-скульная электра стоит, красивая такая, мы ее уже сколько раз обслуживали, сколько раз это, вот. Что мы сейчас готовим в воронке? Танзания. Это Танзания, Мбози, да. Мы-то... Какой рецепт? Меня учили 3 года назад. То есть рецепт устаревший, да? Рецепт не то чтобы устаревший, я бы сказала, он проверенным временем. Первое вливание до 60 мл. Я жду до 30 секунд. Потом вливаю до 150 и жду до минуты. Вливаю я по спирали от центра к краям и так по кругу. Так лучше частички омываются и дают свой вкус. Как начинается утро бариста в кофейне Sweeter? Я открываю дверь. Это само собой. Какой кофе предпочитает бариста? Эспрессо. Это правило. Тебе нужно прийти, настроить эспрессо. Тебе приходится его пить. Не всегда эспрессо получается супер вкусным, поэтому бариста. Именно иногда. С утра, да, первые порции? Да, первые порции пью я, и они не всегда вкусные, поэтому приходится настраивать. Но зато гостям я уже даю хорошие, качественные напитки. Больше молочных напитков у нас пьют или... Я бы сказала 50 на 50. Очень часто стали брать утром фильтр, приходят целенаправленно за фильтром. Я вижу, у вас есть какая-то постоянная акция на утренний фильтр. Да. Да, то есть вы так продвигаете фильтр в народ. Ну, это привлекает внимание. На самом деле люди по большей части перешли уже с американо на фильтр. То есть приходят, заказывают американо. Мы предлагаем попробовать. Сколько времени понадобилось, чтобы добиться такого результата? Чтобы люди перешли? Они сразу перешли? Вот, там, нет, не сразу. Сказали, попробуйте фильтр, и мы через недельку все пьют фильтр. И все-таки это какие-то годы работы, уговариваний и переубеждений. У меня есть отличная история. На прошлой точке, где я работала, у меня была постоянная гостья, она пила макачино. Это капучино с шоколадом. То есть он был достаточно сладкий. И мы с ней за год перешли к V60. Это было супер круто. Сначала это был макачино, потом капучино, флет. И в какой-то момент она приходит, видит, как я варю V60, и говорит, а что это? Я ей рассказала. Она говорит, Настя, я хочу попробовать. Мы попробовали с ней V60. Она выпила, посидела, подумала. Ушла. Через пару дней приходит, говорит, слушай, свари мне еще раз, я не распробовала. И вот так мы с ней перешли на V60 на разных зернах, что она только не пробовала. И я поняла, что человеку нравится, ей классно, ей вкусно. Это было очень здорово. Это заняло около года. То есть такой был плавный переход от шоколадного капучино к V60. Я не вижу сахара. То ли я его не вижу, то ли есть, у вас не сахар есть на стойках, на столиках. Он там. Да. Прослеживается тенденция уменьшения употребления сахара клиентами? Ну, не всегда. Есть гости, которые вообще без сахара пьют, есть люди, которым нравится сладкий кофе. Я же не могу забирать у них сахар, правильно? То есть моя задача приготовить им классный сбалансированный напиток, а они уже сами решают, пить его с сахаром или без. То есть как-то так. У него есть большой потенциал в том плане, что можно использовать ниже ретио, делать крупнее помол, но при этом за счет вот вымывания первых частей экстракции, ну, как бы это там ни звучало, все равно добиваться очень плотного, интересного вкуса. С ним можно экспериментировать. Любой девайс с его особенностями можно использовать. Поэтому вот этот момент, то, что Chemex только для цветов, ну, это не так. Это не так, это хороший девайс, и он в потенциале очень классный. Это хороший девайс, не надо на него так сетовать. Если честно, правда, в любом девайсе всегда, особенно в альтернативе, ну, мы можем просто на помол посмотреть, увидеть, насколько он разный. Нейронная экстракция будет всегда. И в нем его как раз можно хорошо контролировать. Да, воронка классная, и много других классных девайсов есть. Но просто за счет отсутствия желобков говорить, что девайс там не очень хорош, я вас прошу. Да, не очень, ну, для меня, допустим, не очень комфортно готовить маленький Chemex, но тот же большой с фильтрами от V60 шикарный просто. Они есть еще маленькие и большие? Да, есть такие, ну, для маленьких цветочков, для совсем конечно, больших роз. Широкие букеты, либо же там сухоцветы какие-нибудь любите, все такое. Мы потом, ну, я готов рассмотреть вариант о том, что Chemex очень качественный девайс. Если разочек попробовать его и выпить, да, я приготовлю легко, вообще, просто супер. Хорошо. Идеально ложится сюда фильтр от V60, поэтому можно будет приготовить хоть сейчас. Ну и у ребят есть фильтр для Chemex в любом случае. Отлично. Что, прямо сейчас? Да. Так ты хочешь моей смерти? И что? Ну, я... Да. Только не давай поговорим, и тогда будем сразу Chemex пробовать, да? Что интересно? Первое, я проскочу бутылочки, мы за них спросим. Меня интересует, как продаются... Как вообще дела идут с продажей кофе с полки? Да, в принципе, хорошо, активно достаточно. Люди пьют разные кофе. Сейчас есть всего 4 позиции, которые вот прям под брендом Sweeter есть, и они разные, поэтому людям стало проще выбирать. Раньше у нас было кажется, 11 позиций кофе. И тогда было сложно, потому что очень много всего разного, возникают вопросы, что, как, да, пока ты это все расскажешь, людям не всегда хочется так много информации, им хочется подобрать то, что будет для них. Сколько позиций у вас поддерживается на полке? 4 плюс. Как они подбирались, эти позиции? Из того просто, что есть, или все-таки вы хотели закрыть какие-то разные спектры? Так точно, закрыть разные потребности. Есть у нас такая вот стабильная, сладкая Бразилия, она средняя. Можешь продать мне кофе сейчас? Да, конечно. Какой кофе ты пьешь и под что будешь? Я пью кофе без кислинки, мне не нравится кислинка, я покупал до этого известный бренд в магазине, вот я завариваю турочки, припустим. Что вы мне посоветуете? Это как раз джекпот. У нас есть Рудольф, у него низкая кислотность, он сладкий, спокойный, сбалансированный. И вот для девайсов типа, это Бразилия, для девайсов по типу Джезвы, если человек не пьет кислого, идеально подойдет, это шоколадный, сладкий профиль. Как нужно. Хорошо, я такой бородатый хипстер пришел и такой, ну-ка удивите меня, пожалуйста. Угу. Для очень бородатых хипстеров с татуировками у нас есть спеш-линейка, если, допустим, это альтернативный способ заваривания. Как она отличается визуально? Вот коробочки, коробочки прям сразу видно, они разительно отличаются. До свидания. А также, если просто хочется дома выпить вкусный фильтр, есть блицин, это Эфиопия, спокойная, приятная, она более цветочно-ягодная, но в фильтре заваривать это уже будет отлично, уже хорошо. А если попрошу смолоть для меня кофе домой? Мы, конечно, расскажем о том, что кофе всегда будет максимально вкусный, когда вы смалываете его непосредственно. Намекнем, тактично намекнем, то, что нищеброд и не смог себе купить кофемолку ручную, поэтому должен не всегда весь. Ну, то есть, допустим, попросить, и ребята это могут спокойно сделать, не весь кофеек смалывать сразу. Ну, нет дома кофеволки, ну что поделать, ну как можно улучшить? Просто порционно смолоть на какое-то количество. Потом придете еще завтра, закажете десертик с собой. И все нормально, и вам приятно, и нам весело. Вот вопрос еще. Почему у вас кофе вот как-то немножко далековато все-таки от человека? Пробовали на ту полку ставить? Честно говоря, нет. Даже не возникало мысли. Возможно, мы что-то изменим, и это уже возможность для... Можно я просто поделюсь своим каким-то опытом в кофейне? Когда-то кофе стоял вот на полке, его заменил за барной стойкой. Продавалось там какое-то небольшое количество кофе. И когда я просто вот в зал выставил стеллаж и с пачками кофе, когда человек может просто прийти, пить кофе, смотреть, читать, брать в руку, все, продажи несколько раз увеличились. Это, кстати, вопрос. Мы просто, наверное, не думали об этом. Баристы сильно боялись, что будет какое-то там воровство пачек, но за 2 года не думаю, вряд ли. Тем более у нас для удобства здесь вообще муляж стоит, как бы. Вот я хотела спросить, почему у вас пачки не запаяны? Потому что там муляж, потому что кофе меняется, приходит, уходит, ребятам комфортнее, у них здесь склад, да. То есть на кофейнях, на которых нет этого всего, ребята сразу ставят кофеек, а здесь у ребят находится там кофе, поэтому здесь просто стабильно стоит муляж и все. Конечно, спеш, который в коробочках, меняется, потому что вообще в принципе этот кофе меняется достаточно часто, где-то с периодичностью в 2-3 месяца, поэтому там его, естественно, меняют. А если мы говорим про обычные пачки, они дольше держатся. Есть ли какая-то специальная отдельная система мотивации для бариста, чтобы они продавали кофе в пачках? Вот чтобы прям кофе в пачках такого... в принципе нет, ну просто это повышение базовой кассы. Мы обсуждаем с ребятами там по поводу кофейка, особенно когда он меняется, да, но чаще всего мы просто рассказываем ребятам, они могут попробовать его в цеху, и они пробуют его в цеху. Если это спеш, то он всегда у них есть в альтернативе, поэтому тут, наверное, самый близкий контакт к гостю, потому что вот возьмите фильтр, попробуйте его, нравится, нет, как, что, и человек сам уже для себя понимает, если он дома готовит, хочет ли он этого. А если говорить про базовые позиции, тут просто ребята на каппинге ходят, пробуют, оценивают, да, и тогда уже решают, как они будут общаться с гостями. 4 пачки – это несложно, это достаточно понятно, и для них… кофе из 4 пачек проваривается у вас на баре, так чтобы клиент мог занять… Блицин. блицы, и у нас есть особенная позиция, это денсер. В денсере у нас практически всегда находится рабочее зерно, то есть если вы выпьете эспрессо, то это будет как раз денсер. Самая распространенная штука, с которой сталкиваешься, это «а на чем готовите вы, а можно мне такое домой? Мне вот вкусно, я хочу, чтобы было так». Вот этот кофе всегда продается больше всего, именно человек у вас покупает эспрессо, и ему нравится, то он попросит, скорее всего, этот кофе себе домой. Конечно, потому что он попробовал, ему понравилось. А так вообще не могу сказать, что всегда денсер чаще всего, на большинстве точек да, но в целом это зависит от того, какой люди в принципе кофе где больше пьют, и, соответственно, такое чаще покупают. Сейчас меня интересует разнообразие бутылочек, что это за, не знаю, бутылочки. Расскажи поподробнее о них. Есть ли это всегда в наличии у вас, или это какое-то там что-то сезонное, что-то по наличию там каких-то ягод? Сейчас заканчивается сезон, и бутылочки зачастую с холодными напитками уходят, потому что они холодные, а уже как похолодает, ребятам захочется, людям захочется чего-то более тепленького. А актуально сейчас они есть все в наличии. У нас появился из самого нового, самого последнего, это персиковый cold brew. Вот он здесь сбоку находится. Очень давно у нас есть малиновый cold brew, классика и два вида камбучи. Также в самом, получается, ну, смотри, с какой стороны, смотреть в каком углу, холодный чай от Юры, Чайнариум. Он заваривает 3 вида разного чая. Это тоже холодный кофеек, который можно с легкостью взять с собой. То есть обычно мы же не будем пить горячий чай. Хотя, ладно, не все летом, но этот можно спокойно, он холодненький, классный. Последний персиковый cold brew, ну, поскольку по актуальности о нем больше всего хочется рассказать, специфичный достаточно, но очень питкий, очень легкий. На первых глотках он более карамельный, а дальше уже идет на послевкусие и вообще при питье. Каким образом раскрывается персик? Вы уже на финальном этапе в cold brew добавляете что-то, какую-то составляющую фруктовую? Персик достаточно нежный, с этим были проблемы, не хотелось просто половину фреша добавлять в бутылки, поэтому мы подчеркиваем сам персик за счет фреша лайма, апельсина и немного настаиваем их на имбире. Настаиваем, вот эта вот легкая горечь дает свежесть и косточковых ощущений, и подчеркивает профиль букета самого персика, плюс дополнительно ваниль, это сладость. Завершает этот весь букет, и в начале, в аромате она дополнительно дает карамель при сочетании. То есть, когда его открываешь, он прям карамельный-карамельный, а потом уже все фруктовые составляющие. Все. Ну вот я скажу, персиковое название, это очень даже, очень упрощенно, потому что, судя по тому, сколько всего и сколько труда, я так понимаю, было вложено. Так практически со всеми напитками, особенно в бутылочках. Какой напиток вот самый такой топ-топ и устоявшийся продаж? Боже, даже не знаю, но я думаю, cold brew, и, наверное, малиновый, он со вкусом, он давно, его любят. А камбуча — это все-таки что-то достаточно специфичное. Мне кажется, нам стоит спросить об этом у Анастасии, и она точно расскажет. Настюша! Самый продаваемый напиток в бутылочке. Самый популярный. Джекпот. Опять же, малиновый cold brew. Достаточно популярный, актуальный. Добрый день. Поскольку чистый cold brew, то есть это все-таки черный кофе, немного сложнее, проходите. А вот с малиной людям это ближе, потому что это уже как напиточек идет, а не просто как черный кофе. И после него как раз можно переходить к классике, то есть то, чего начать и дальше пойти. Тоже как момент. Не могу не обратить внимания на игровой уголок. Скажи, это фишка всех заведений, или вот он как-то так исторически укоренился именно в этой кофейне? Есть еще кофейни, в которых также есть PlayStation. Когда пришла эта идея? И... Пользуется давно, ли спросом? Очень давно, ну, наверное, да, в самой первой кофейне уже стояла приставка, просто в каждом свитерке что-то свое. У нас есть одна из самых старых, опять же, точек, которая находится на Петровского, там стоит березка, и там вот прям вот этот раритет, который работает, в который можно играть. На Гагарина там был проигрыватель, на разных точках, на каждой что-то свое. Поиграть на приставке можно здесь, можно на Московском проспекте. У каждой точки есть свои особенности. пользуются спросом и есть и постоянные клиенты на приставку. Спросом, да, конечно, особенно если это дети. На самом деле все любят поиграть. Ну и тут на заставке прям сразу Mortal Kombat, да. Но такого, чтобы кто-то прям всегда приходил и играл, такого нет. Просто с определенной периодичностью. Да, кого-то выстреливает, там, а, точно, Mortal Kombat. А так, по желанию. Что это за меню? И, я так понимаю, это меню летних коктейлей. Так и есть. Как быстро они меню сменятся на зимние? И остается ли что-то из этого на весь год? Нет, не остается однозначно. У нас есть только один напиток, который бывает и в летнем, и в горячем. Это ариш. Да, он сохраняется, безалкогольный ариш. А так в целом все изменится. Я думаю, еще недельки-две, если все будет окей, то запустятся уже горячие напитки. Сейчас наступает момент истины, мы приготовим Chemex и будет… Да, 101 раз. Вероника не первый раз в жизни. А я вообще его ни разу не готовил, я просто буду его пробовать, и мне станет понятно, и нам всем, это действительно хороший девайс для заварки кофе, или все-таки это красивая дизайнерская ваза для цветов. Какие ожидания у тебя? Слава умеет поставить ступор, вот так. У меня ожидание просто хорошего кофе. Что из этого получится, посмотрим. Я почему-то уверен, что будет хорошо, но вкуснее ли того, как заваривается кофе в воронке или в калите, например. Последнее наше открытие – это калита, очень плотный, чистый кофе получается с него. У нас есть, мы можем сбегать сейчас принести. А можно, кстати, почему бы и нет? Если хотите, правда, можно заварить. Нет, ну бежать далеко, я пошутил. У вас написано, со своим нельзя, поэтому как бы езжайте. Я не хочу, сейчас у меня охрана вывела отсюда. Бип-бип. Ну что ж такое, не избавиться. Вы готовы прослушать программу? Да, собственно говоря, это натуральная Эфиопия, очень сладкая, в аромате это тоже ярко переносится, и сейчас особенно приятно оценить ее из нашего девайса. Очень сладкий цветочный аромат. Но я даже знаю, откуда он. Цветы хорошо чувствуются, сохранились. Да, очень цветочные, очень ягодные. Они остались. Он, как и у всех, для цветов. Для цветов. Ах вы жуки! На самом деле это и есть главный секрет Chemex. Он был раскрыт. Вот она. Никакие рецепты не могут сравниться, когда у тебя настаивается целый год цветы в твоем прекрасном Chemex, а потом ты готовишь сочную Эфиопию. Почему-то с Гейзерка так не работает. Настаивают. Нет, это очень много. О! Очень прикольное решение, что каждый сам себе может спокойно налить воды, и не нужно отдельно подавать, там, выносить. Человек сам себя обслуживает. Да, комфортно. Жалко, конечно, что вот так много бумажных стаканчиков уходит. Ну, в принципе, если была возможность чаще готовить посуду, было бы гораздо приятней. Но сейчас это хорошее такой решение эпизод. Да. Раньше просто и стеклянную посуду можно было поставить, и было в этом плане проще. Но сейчас, конечно, нет, поэтому стаканчики как choice. Виталик ушел, говорит, я не могу это. Виталик ушел. Получился он больше ягодный, нежели цитрусовый, достаточно спокойный, с средней кислотностью. Как вам, ребята? Да, я бы пил такой кофе. Нет. Но опять же, все моменты можно всегда дорабатывать и сделать лучше, в любом случае, всегда. Поэтому на каком-то девайсе ставить такой жирный крест не совсем верно, мне кажется. Я думаю, что от него отказываются именно по той причине, что они не бьются и дорого строят. Поэтому придумали, что это недоскональный девайс, из-за той причины, что он бьется. Ну, я думаю, это все-таки больше шутка юмора. Поставим на этом точку. В любом случае, это имеет право на существование, сказал я. Не, реально прикольно, реально очень чистый и с умеренной кислотностью напиток. Сколько кофеина еще? Хочется отметить, что здесь все по-другому, но при этом сохранилась вот эта ваша теплая атмосфера. Теплота. Что по-другому, это сразу намного больше места. Обращаю внимание на то, что работают люди за ноутбуком, но все так же тепло и тихо, то есть как вот дома Тепло, хорошо, да. Столы, вот эта мебель. Все. Да, по поводу вашей мебели. Ну, так же, как и на обжарке, я отметил, что первое, что бросается в глаза, это, кроме ростера, конечно же, это ваша крутая мебель из дерева и металла. И она также, я вижу, в кофейнях. Да, да. У нас везде все делаем сами, грубо говоря, поэтому да. У нас есть возможность поэкспериментировать там с разными конструкциями, с разными столами. Вот, да. Вообще, олень здесь уже не красный, а черный. Ну, это же уже как бы обновленный. Там был прям такой олдскульный олень. Пошли посмотрим. Да, пойдем. Пользуются ли спросом книжки? Не, ну кто-то иногда приходит, читает. В основном, конечно, настольные игры. Вот. А что это за картина? Ну, это, ребята, мы же сохраняем old school, эспрессо, допио, трипло. Вот это вот? Трипло, да. Олдскульные картинки. В основном пользуются именно эти всякие настолки. Но у нас нет такого, не практикуется, что прям типа собираются ребята. Просто кто-то приходит пить кофе иногда. Есть какая-то самая популярная игра, которая вот очень часто занята? Я так могу предположить просто, что это монополия. Но здесь очень классный вид. Тут прям тут сидишь, пьешь кофе и наслаждаешься. Как бы вид на город, второй этаж, приятно, хорошо находиться. Вот. Думаю, что эти места очень популярны, да? Особенно да. Для тех, кто в одиночку пришел выпить кофе. В одиночку что-то позаниматься, поучиться, как бы поработать за компьютером. Обрати внимание на конструкцию стола. Ну, то есть вы в этом плане очень молодцы, потому что, так как, так понимаю, сами производители... Ну, они, да, они придумывают постоянно что-то новое, как бы, какие-то новые интересные конструкции, им прям интересно вот, сделать что-то интересное. Здесь просто очень много нестандартных решений, таких, которые вот прям вписываются под конкретную кофейню, под конкретный какой-то угол, выделенный для этого стола. И... Да, все разрабатывается отдельно. У нас же свой дизайнер, вот, она делает нам как бы, конструкции, ну, делает нам... дизайн кофейни, и мы там вместе с ней решаем, где какие лучше сделать интересные конструкции. То есть, понятное дело, что она там прописывает, где, сколько сантиметров нужно ставить для ног и всего остального, а конструкцию мы потом уже как бы... Это самая большая кофейня в сети? В сети, по-моему... Я думаю, да, но есть еще такие же, то есть большие, вот, но больше, наверное, нет. То есть у нас там в большом торговом центре в Дафе есть огромная тоже как бы двухэтажная кофейня. Вот, там, по-моему, даже побольше посадка. Вот, но в основном, да, вот это вот пока наш максимум. Да, да, да. Ну, наконец-то мы подошли к этому вопросу. Спасибо. Да, сюда бросай или... А, или давай сюда. Вот. Я правда какао Вероники сделал. Ага. Конечно, можно. Спасибо. Кроме кофе хорошего, у нас есть хорошие, условно говоря, specialty чаи. Вот. Три позиции чая. Это красный чай, хороший такой, прям сладенький, крутой, из Таиланда чай. А этот зеленый, условно говоря, зеленый, на самом деле это пуэрные деревья, там... То есть он ферментируется как просто зеленый чай, готовится, но в целом это пуэрные деревья. То есть ты пьешь, реально, когда заказываешь себе зеленый чай, ты пьешь пуэр, хороший, классный пуэр. Деревьям там этим по 300, ну там от 150 до 500 лет деревья, они все в перемешку там собираются. Вот, то есть это очень-очень старые пуэрные деревья. И вот у нас этот чай мы продаем. И третья позиция, это тоже, весь чай из Таиланда идет. Третья позиция это улун. То есть реально хороший, классный таиландский улун. Вот. Он не космический, он не тот, который там дорогущие китайские улуны. Этот очень вменяемый по цене чай, который, блин, реально классный улун. Вот. То есть ну, мы реально еще заморачиваемся, делаем классный чай. Можно ли купить чай с собой домой на родственников? В пачках мы не продаем чай. Только вот так. Это как-то объясняется? Или просто... Не объясняется, просто ну, у нас нет большого спроса на покупку чая. Вот, то есть мы как бы просто... Мы даже там сильно очень сильно не форсим, там, что у нас такой классный крутой чай. У нас просто чай, мы там иногда отмечаем в Инстаграме, что готовим. Иногда Юра у нас какие-то мероприятия делает, проводит. Вот, ну, в основном все знают, где купить этот чай, как бы все пишут Юре, он тут в центре живет, и к нему можно в любой момент заскочить, купить чай. Вот. Сейчас очень часто я вижу, что обжарщики начинают вводить такую позицию, как какой-то там спешлти шоколад. Я в кофейне у вас видел, есть какие-то плиточки шоколада. На каком этапе, на каком уровне этот вопрос у вас? Что за какао? Как я, ну, я так понимаю, вы так совсем заморачиваетесь. Интересно услышать, что, какую работу вы проделали и на каком продукте работаете вот в плане шоколада и какао. В плане шоколада и какао вопрос в том, что у нас в стране очень тяжело с этим вообще, с хорошим шоколадом, с хорошим какао. Сейчас в этом году мы видим, фест завозит какао-бобы. Я думаю, как бы в этом году, ну, то есть время пройдет, и люди начнут реально делать хороший бинтубар шоколад. А сейчас пока то, что у нас сейчас продается, это просто шоколад, который нам понравился, который мы выбрали, закупаем. По факту это не тот самый бинтубар шоколад, который есть везде и всюду, там, начиная от России и в остальных странах. У нас в Украине с этим очень-очень тяжело. Нет шоколада, который ты вот знаешь, вот плиточка шоколада из Танзании, сорта креола, и ты ее берешь, кушаешь, типа, и это как теруарная. Это можно называть спешлти шоколадом. Много говорят, но спешлти шоколад, я думаю, что это, как это? Это называется бинтубар. У них это называется бинтубар. То есть там то же самое, как и в кофе. Отслеживаемые бобы по происхождению. Там какая-то страна, какой-то сорт. У них там свои тоже обработки есть. То есть он весь ферментируется тоже после сбора и так далее. У нас в Украине я специально искал. Я специально искал ребят, которые делают бинтубар. Они либо где-то очень хорошо спрятались, либо просто у нас его нет. То есть везде, даже тех, кто пишут сейчас у нас бинтубар шоколад, ты приходишь, ребят, а откуда какао-бобы, а что за сорт, они не знают. Бинтубар, просто спешлти шоколад, просто хороший шоколад. Вот. Мы, мол, сами делаем. На самом деле они покупают вот эти дропсы, переваривают его, делают свои плиточки и все. Что там за бобы, что там как. То есть, в принципе, ниша в Украине еще свободная. Ниша очень свободная. Я в свое время пытался, очень сильно гуглил, как его обжаривать, как его это все. Но вопрос был в том, что реально какао-бобы к нам еще не завозятся. То есть вот фест только в этом году стал завозить. Я думаю, эта ниша сразу же наберется, сразу же там будет что-то. Но в отличие от кофе, какао-бобы, насколько я знаю, недостаточно просто обжарить. Там еще куча процессов до того, как это будет готовый продукт, который можно называть шоколадом. Это для нас сейчас так, что какао-бобы тяжело обжаривается, вроде там какой-то сложный процесс. Обжарка кофе тоже сложная, просто о ней знают больше людей сейчас. А как только начнут жарить шоколад нормально в Украине, я думаю, там сразу появятся какие-то школы, какое-то понимание, и там годик, два, три, и мы уже будем все кушать хороший шоколад. Вот, я думаю, фест нам с этим поможет. Вот, пока не найти такого шоколада, типа вот Эквадор, вот креола или там какие-то еще сорта, такого вообще нет. Вот. У нас реально почему-то реально свободный рынок. То есть ты реально сейчас можешь купить какао-бобы, разобраться, как их жарить, и все, и ты будешь первым в Украине поставщиком нормального, хорошего шоколада. Я думаю, так. У нас есть такой юморной вопрос. Мы вчера готовились, собирали информацию, чтобы его задать. Оказывается, мы реально открывали карту, пересчитывали. Вы в Харькове смогли перестрелять количество заведений, перестреляли аромакаву. Да. Как вам это удалось? Не называть ли вас харьковской аромой? А как перестреляли? По количеству точек? Да, я, честно говоря, не интересовался. 19, а ваши заведения где-то около 25 мы считали. Да, да. Вчера растягивали карту на телефоне, все пересчитывали, записывали. Да, да. Какие города еще могут похвастаться свитерами? Я знаю, в Киеве у вас есть и... Харьков и Киев. Харьков, да. Планируется ли еще расширение? Я знаю, что есть часть свитеров, которые открыты по франшизе. Какая-то доля среди вашей сети, и как вы это развиваете? Да. Оправдало ли это ожидание? Да, конечно, все оправдало. То есть у нас большинство это франшизы. У нас есть своих там 4. Сейчас мы находимся. Сейчас франшизная кофейня, да. Вот первая была, к которой мы зашли, это была наша кофейня, это франшизная. Да. Большинство франшиз, конечно, оправдало. Ребята постоянно открываются. Мы даже в какой-то момент поставили, там, когда их еще было там до 15, мы говорили, там, все, 15 максимум, все, Харьков больше не трогаем. А в итоге, ну, у нас есть много еще районов, которые там где-то крайние районы, где вообще нет нормального кофе. И вот мы сейчас так потихоньку как бы охватываем. И потом мы лимит поставили в 20 кофеин, сказали, все, больше не будем. Сейчас уже 25, мы... Как бы, ну, видно, что районы Харьков расстраиваются, он становится шире, и там во многих районах реально негде там выпить кофе. ХТЗ. Это тоже ХТЗ. Да, на ХТЗ там 25 кофе-ростерс есть, но это ж, они же вообще не в проходном месте, у них там производство возле рельс, через дорогу, туда не попадешь, и там рядом никто не живет. Есть еще там какая-то кафе «Соль», вроде у них там тоже фильтрец продается, но все, других кофеин хороших на ХТЗ нет. Все, мы зашли, открылись, там отличную огромную кофейню открыли на ХТЗ, работает все классно. Там Салтовка, 602 микрорайон, где там метро даже рядом нет и так далее. То есть и все это, все открывается, все работает. Пока у нас... Что надо для того, чтобы открыть по франшизе Sweeter? Ну, надо... Мы не работаем с арендным оборудованием, то есть если мы продаем франшизу, мы обязательно говорим, оборудование нужно купить, то есть, ну, это обязательное условие, вот, соответственно, вот и мы делаем, мы помогаем с дизайном, то есть у нас все, есть свой дизайнер, у нас есть свой брендбук, все по брендбуку делается, как бы у нас есть свои поставщики, понятное дело, ты покупаешь кофе, там, наш, понятное дело, что там все, мебель, кофе. Но все остальное, там оборудование и все это, мы просто показываем, помогаем обязательно, где купить. Мы с этого там ничего не зарабатываем, это просто у нас есть опыт уже покупки оборудования какой-то. Вот. Мы показываем, что лучше купить и где лучше купить. Вот. Если человек обратится вам, например, с Полтавы, с Винницы, с Житомира и с вопросом «я хочу здесь открыть». Это обязательно, да. У нас нет такого, что там ограничения по городам. Конечно же, лучше это будет, если это будет все левый берег, но там, мы запросто сможем как бы ездить. У нас уже есть опыт управления кофейней в Киеве, то есть отсюда, из Харькова. Мы постоянно ездим туда, у нас постоянно командировки. Вероника постоянно ездит, я постоянно езжу там стажировать ребят, там принимать аттестации, собеседовать и так далее. Вот. Конечно же, сейчас основной упор – это Харьков-Киев, то есть, и дальше уже по другим городам. Ну, понятное дело, что это потребует уже какой-то реструктуризации по управлению и всему остальному, но у нас нет каких-то там стопов, типа вот в Запорожье не будем, такого нет. То есть, главное, чтобы было хорошее место, вот, и хорошие управляющие. То есть управление кофейней в Харькове у тебя не требует больших затрат, большого знания там по каких-то кофейным вопросам и всему остальному. Мы всему обучаем, мы обязательно всему помогаем. Если человек совсем не может человек устроить свой менеджмент, как-то обусловить его, мы с этим помогаем. Мы говорим, давайте вот мы возьмемся за вот это и будем помогать. Ну, то есть, а по факту у нас полный пакет, мы просто открываем человеку кофейню, он дальше просто управляет. Мы даже даем стажеров, мы не просим там, чтобы они как-то обучались, мы обучаем стажеров. Они приходят на точку с уже пониманием, что такое кофе, что такое управление кофейней и так далее. Дальше задача управляющего – это распределить обязанности среди бариста по каким-то заказам, по какому-то шефству и так далее, и все, и дальше кофейня работает. Вот. А дальше просто по тому, как хорошо человек управляет кофейней, это просто климат в коллективе, это своевременные оплаты всех там товаров и всего остального, и все. То есть, да, когда у тебя есть огонь в глазах, у тебя чуть больше получается, ты чуть больше мотивируешь своих ребят, ты чуть больше как бы вкладываешься в них, ты им говоришь, там, ребята, давайте там сварим это, сварим то, как-то, да, но и без этого кофейни нормально работают, то есть мы даем всю базу для этого, вот и все. В дальнейшем, когда кофейня уже достаточно долго существует и у человека, владельца этой кофейни, там, увольняется бариста, он может к вам обращаться, что там, пришлите мне еще кого-то? Или он дальше сам занимается подбором персонала? Кто-то увольняется, мы дальше начинаем новую стажировку. Как бы, у нас постоянная поддержка ребят. То есть кто-то где-то увольняется, они нам, то есть Пока человек 2 недели отрабатывает перед увольнением, мы за эти 2 недели стараемся уже отстажировать нового человека. Если мы не успеваем отстажировать, мы помогаем с заменами. То есть, понятное дело, ребята там меняются между точками по нужде. То есть кто-то где-то заболел, кто-то где-то. У нас штат человек там, 95. Наверное, 95 из бариста. Вот. И понятное дело, что мы там помогаем, там где-то перемещаем. В основном мы стараемся уже сразу стажировать человека. В основном мы там набираем столько людей, чтобы можно было часть стажеров отсеять, которые не справятся с аттестацией, не справятся с обучением или просто не подойдут по личностным качествам. Как вот. Часто проводятся эти аттестации и что включает в себя аттестация? Ну, как она проводится? Проводится так, что, ну, сперва, понятное дело, ребята приходят на собеседование, им все условия работы, как бы, мы рассказываем, вообще, ну, никаких, как бы, секретов, понятное дело, мы говорим, такая зарплата, вот такая ставка, вот такой график и так далее, вот, и дальше ребята приходят на стажировку, там, ну, наверное, 2 недели стажировка в цеху, 2 недели. 8 дней, да, то есть по 4 дня в неделю, то есть 4 дня это теория идет, и потом 4 дня практики, это все эспрессо, это фильтр, молоко, у нас всего этого в цеху, как бы, ну, на станции у нас все есть, как бы мы предоставляем молоко, мы не просим деньги за обучение и так далее, мы обучаем бесплатно, если человек собирается у нас дальше работать, при этом мы даем огромную сильную базу, вот, по теории, по практике, по всему остальному. Вот, то есть 4 дня человек проходит теорию, потом 4 дня практики, потом человек стажируется на точке, он идет туда, где предположительно будет он работать. И после там нескольких дней стажировки на точке он уже приходит на цех на аттестацию. Это он сдает всю теорию, то есть теорию по экстракции, теорию по бару, все техкарты. Затем он готовит нам эспрессо с описанием, готовит воронку с описанием, готовит 2 капучино. Вот. И только после этого он сдает аттестацию и может дальше выходить на работу. Если он не сдает, то мы его отправляем, еще даем ему шанс, он идет на точку, стажируется, приходит в цех, тренируется. Там через несколько дней он снова приходит на аттестацию, и тогда уже все решается, будет он работать дальше или нет. Вот. Бывали ли случаи, что кандидаты на пост бариста рассматривали вас как бесплатную школу обучения? То есть прошли, обучились? Это сплошь и рядом. Тут, я, по-моему, уже говорил в прошлый раз, в любую кофейню, вот если вот вы заходили в Протоне, наверное, никого из Свитера есть, а так любая кофейня есть, и в Протоне есть люди со Свитера. Да, есть, все, вспомнил. Каждая кофейня Харькова имеет как минимум одного бариста, который когда-либо у нас стажировался. Поэтому да, такого сплошь и рядом были ребята, которые просто проходили у нас стажировку и сразу же сливались, шли работать в хорошую кофейню, потому что у них уже есть база. То есть ты после стажировки просто выходишь уже, ну, реально опытным чуваком. Частично это такой волонтерский труд, а с другой стороны, вроде как, а как по-другому поддерживать постоянно квалификацию бариста на уровне, и чтобы не было выгорания, когда там есть люди, которые работают без выходных очень долго, просто они потухают, и со временем просто эта работа для них уже невыносимая. То есть нужно достаточное количество постоянных баристов. Да, ну мы, во-первых, стараемся так, чтобы ребята не выгорали, когда мы видим, что кто-то там жалуется, что вот, надоело, вот, не могу. Мы постоянно, мы не относимся к этому, типа, так, переживет, но это его дело, переработает, как-то это. Мы, конечно же, стараемся их мотивировать. Мы делаем какие-то конкурсы, типа, там кап-тестинг устраиваем с призами или еще что-то. Ребят может отправить куда-то на чемпионат, нужно какой-то, там, типа, Barista Games постоянно тоже. В Киеве мы сейчас делаем такое, чтобы ребята не расслаблялись, мы им сделали там конкурс, там, кто больше продаст фильтра, там, кто больше там каких-то штук продаст, мы его отправляем там на Barista Games за наш счет, то есть там во Львов человек поедет, там развеется, познакомится с какими-то крутыми чуваками кофейными, там, вот, и... Вот, и постоянно, да, мы что-то вот стараемся. Вообще стараемся так, чтобы ребята не выгорали, потому что у нас в целом Ну, выгорание от чего происходит? Там низкая зарплата или там совсем уже что-то там на личном. Зарплата у нас хорошая, то есть выше среднего по городу, поэтому такое стараемся не делать. Плюс кто-то что-то где-то только приуныл, мы там приглашаем в цех, приходи, позанимайся, приходи, что-то это, там рассказываем про чемпионаты и так далее. Вот. До каких высот бариста может у вас развиваться? Карьерный рост имеется в виду? Всех высот. Мы же стопов не ставим, мы только помогаем. Есть ребята, которые работали у нас, кофейню открыли. Вот. Не Sweeter открыли, они свое открыли, но тем не менее не набрались опыта, уже совсем просто очень часто всего. Карьеру бариста рассматривают как что-то такое временное, и пока ты молодой, амбициозный и не занят своей там основной там профессией, ты можешь там подработать бариста. Но все пришли без амбиций, но все пришли там, я пришел подработать, я институт закончил, там Вероника пришла поработать, тоже там, по-моему, училась еще в то время. Или уже... Да. Вот. И Вероника, да, пришла там с людьми пообщаться. Я пришел подработать, просто еще погулять, потому что после института не хотелось еще мне идти в офис, хотя я учился на экономиста, на бухгалтера. Я думал, там еще годик так постою, поработаю. А в итоге я прихожу, мне первый же день читают такую лекцию, от которой я просто вот так вот сижу и такой, ого. То есть, ну, я вот эти там, первый день был 2-3 часа, и я понимаю, что я узнаю уже больше, чем за всю свою жизнь мог узнать хорошего, именно полезного, именно четкого кофе. Того, что тебе не втирают там где-то в интернете. Там типа вот арабика, это вот такой вот кофе, который растет высокогорный, не ниже 1600 метров. Мне сразу сказали, арабика может на 800 расти. Все, и такого сплошь и рядом. Мне там, ну, тогда лекции были чуть более углубленные, мне рассказывали про корневую систему арабики, корневую систему робусты. Ты в первый день сидишь и такой вот, вау, а я хочу вот это все знать. Я думал просто кофе варить. А? Ну да, я думал просто там прийти корицу насыпать. А нет, мне просто рассказывают такие вещи, от которых я вау. Я понимаю, что я уже сижу в этом, там стажировка была в цеху, и я понимаю, что я сижу и хочу вот когда-нибудь здесь работать. Вот. И я понимаю, что это мечта, что такое, блин, не скоро, что это прям что-то заоблачное. Вот. А в итоге вот мы все сейчас там работаем там, где мы хотим работать, занимаемся тем, чем хотим заниматься. Вот. И ребятам на этот счет вообще нет никаких стопов. Первое, что мы делаем, когда у нас есть вакансия в цеху, то есть еще там на тренера или на обжарщика, мы всегда обязательно в общий чат пишем, ребят, вот есть сейчас конкурс, кто хочет, давайте присоединяйтесь, станете обжарщиком, станете бариста-тренером. Все, кто что о чем мечтал, вы все знаете, как у нас происходят дела, как у нас происходит все. То есть любые какие-то командировки, любые какие-то чемпионаты, это все за счет компании. То есть это все. То есть хорошие баристы у вас попадают не в рай, в цех. Да, плохие в другие кофейни уходят. Плохие пойдут, да, вором аккаунт. Ты сказал все-таки. Слава запикает. Не запикает. Слава это заломком сделает. Да, кто приходит там без амбиций, понятно сразу, что они будут работать за баром, будут работать хорошо, мы их научим. Но поработают и рано или поздно идут, мы к этому готовы. А кто приходит сразу с таким, что типа, вау, я хочу быть шеф-бариста на точке, он рано или поздно точно им становится. Нет такого, чтобы человек пришел, блин, хочу быть шеф-бариста, а меня не повышают. Что же делать? Если ты хочешь и видно, что у тебя есть к этому способности, пожалуйста, сразу. Вот. Если ты хочешь рано или поздно попасть в цех, у нас, ну, мы постоянно растем, у нас постоянно что-то расширяется. Нам нужны люди постоянно там, на склад, на фасовку, еще куда-то. То есть ребята, у ребят даже есть, они могут там раз в неделю выходить, работать в цех, помогать на фасовке. У нас такая практика постоянно есть. То есть ребята, помочь на кухне, пожалуйста, приходите, помогайте, заработайте денег, побудете в цеху, посмотрите, попьете кофе и так далее. То есть возможность и развеяться, и дополнительно заработать. Да, да, это же вдохновление. Кушать надо. Ты намекаешь, что пора кормиться? А? Понял. Да, я понял, он просто... Когда мы будем кушать? Я тоже об этом думаю. Как вам получается поддерживать корпоративную этику внутри коллективов, будь то просто какая-то большая кофейня Sweeter, где работает там, ну, не один человек, не два, не три, а может больше, и, ну, естественно, ваш цех, где там еще больше людей работает. Да, но, во-первых, есть же франшизы, у которых по несколько кофеин, есть франшизы, у которых одна кофейня, есть наши основные там точки и так далее. То есть франшизы, у которых несколько кофеин, они управляют сами, у них есть своя система управления, у них там есть свой офис, свой менеджмент и так далее. Они там постоянно тоже ездят на какие-то корпоративы, что-то устраивают для друга и так далее. Мы на своих точках там общаемся сами с ребятами, там, то есть они приходят, ну, мы обо всех проблемах, которые на наших происходят, мы там у себя все знаем, все стараемся как-то решать. Там, перемещаем людей между кофейнями, если нужно, как-то общаемся с ребятами, что-то где-то не так. Вот. У нас вместе, там, наш цех, там 11-12 человек, вместе с нашими основными кофейнями, мы как одно целое, то есть у нас корпоративы происходят все вместе. То есть у нас обычно на корпоративе человек так 20 постоянно бывает. Вот, то есть мы обычно ездим там на дачу куда-то, играем в дартс, купаемся в маленьком бассейне, ходим в баню и так далее, жарим шашлыки. Вот. То есть в наших там 4 точках и в цеху, во-первых, в цеху у нас нет разногласий практически. То, что есть, решается вместе обязательно с директором. То есть она всегда расставляет у нас очень как бы качественный менеджмент. У нас наша управляющая училась, наш директор училась на психолога, в целом все понимает, как бы, людей и так далее. И она знает, кто главный, то есть и все. То есть у нас в этом всем все решается вместе. Вот. А в кофейнях ребята сами разбираются. Вот, в целом, ну, Вероника помогает, там тоже с ними общается. Она больше общается с бариста, там, больше там как-то контактирует с ними и может пообщаться. Вот. Вот так. В целом таких больших проблем у нас нет. Вот, с этим, с поддержанием корпоративной этики какой-то и так далее. Потому что в цех там сейчас вот у нас скоро чемпионат по каптестингу национальный. На каптестинг идут много ребят, там и на национальный, и на Бариста Геймс, и мы все вместе готовимся, то есть они приходят там в цех, общаются, что-то видят, мы кофе пробуем, там как-то что-то вникают, смотрят и так далее. Вот. Ну, кто хочет, тут вникает, кто не хочет, тут ему норм прийти, там просто подготовиться к каптестингу, пойти домой. То есть с этим нет никаких проблем, мы никого не заставляем насильно общаться, главное, чтобы ребята хорошо, уютно работали за баром, но в первую очередь там, ребятам за баром нужно вместе хорошо контактировать и все. А так мы не навязываем свое общение, не навязываем свои. Понятное дело, что там есть какие-то нормы, есть какие-то техкарты, которые нужно выполнять. Это мы все там от себя контролируем с объездами. Там ребята ездят на объезды постоянно по точкам, смотрят. Вот. Вот как-то так. В Харькове прям такая фишка какая-то, чуть-чуть животного мира погрузить в кофейню. Мы видели в кофейне муравьиную ферму, сегодня у нас рыбки, завтра еще будут коты. Мы сейчас находимся в очень маленькой кофейне Sweeter, это одна из первых локаций их. И я знаю, что эта кофейня, это особая любовь Вероники. Я вижу, у нас на связи Виталик. Виталик, как я понял с разговора, эта кофейня для вас особо ценна, потому что это колыбель особо ценных кадров для вашей компании. Ты начала работать здесь, Вероника здесь работала. И наш, который фотограф-СММщик, сейчас тоже он здесь начинал работать. Вот. Поэтому да, мы здесь, это наша первая, моя точно первая, Антона первая, Вероника перед этим, по-моему, еще где-то поработала на другой точке, вот, и потом тоже здесь, и отсюда тоже перешла в цех, то есть отсюда все идут По ассортименту, если учесть то, что это очень маленькая кофейня, а мы были достаточно крупных, у нее такой же ассортимент, как и у крупных, или все-таки есть… Не-не, все что-то, чего здесь нету? У всех ребят есть, грубо говоря, условно, бланк заказов, но там весь наш прайс, то есть у них нет выбора только на эспрессо, эспрессо всегда один, а по фильтру, во-первых, упаковки все ребята точно заказывают все, то есть нет такого, что мы сегодня не закажем Кению, потому что она там не продается, у всех ребят есть весь наш ассортимент на полке, и потом, когда он уже, грубо говоря, подходит, там, если он не продается, Там через неделю-две ребята просто распаковывают пачку, проваривают ее в фильтре и все. Вот, то есть это если говорить о спешлти ассортименте, а тот, который свитерский чисто ассортимент, он просто продается и все, нет такого. Вот, то есть, ну, списание, надо списать, конечно же, ребята списывают, ну, такого в основном нет. Вот, а по ассортименту, то, что можно заказать под фильтр, там все от Танзании за 400 гривен до Кении за 1000 гривен за килограмм, ребята просто берут, заказывают. То есть у них нет такого, что типа не заказывай, Кению она дорогая. То есть в фильтре все, вот ребята по вкусу выбирают себе, что заказать и все. Вот. Я вас не увидел килограммовых пачек кофе для продажи. Не продаем. Так это не продаются. А кто продает килограммовые? Ну, не знаю, если у человека есть бытовая машинка, какой-то автомат, и ну, тогда... невыгодно покупать маленькую пачку. Да, выгодно. Если, да, ну, она бы все равно, килограммовая пачка стоила бы не намного дешевле, чем 4250. Но при этом твоя килограммовая пачка бы, она бы уже была не свежая под конец, то есть тебе бы ее нужно было там смалывать и так далее. То есть смолоть весь килограмм плохо. Смолоть 250 грамм уже плохо. Вот, поэтому нет, килограммовую мы не продаем, но ребята все знают, что если гость спрашивает килограммовую пачку, то мы можем, они дают контакт цеха, и мы им из цеха присылаем как бы, пачку килограммовую, мы можем запросто на точке как бы, выделить, то есть привезти килограммовую пачку. У нас водитель здесь 2 раза в неделю бывает. А я здесь не вижу витрины с кондитеркой. У вас вот есть печеньки, какие-то. Оно где-то спрятано или все-таки ассортимент по кондитерке в маленьких точках чуть-чуть ущемлен? Это Tugal, это кофейня Tugal, здесь даже нет посуды, там у нас есть 2-3 чашки для гостей, которые там приходят и обязательно хотят выпить. Конечно, мы не можем не предложить эспрессо в чашке. Вот. Но в основном это кофейня формата Tugal, здесь только Tugal посуда и только такие... удобные десерты, то есть которые можешь на ходу взять, съесть, там с салфеточки, ну, в смысле, с бумажки, да, с конвертика, вот. И здесь витрина, она просто небольшая, вот, и она быстро уходит, как бы, и все. Сейчас будет сюрприз. Нам приготовили авторский напиток. Это я уже вижу. Серьезно? Так вот о чем вы шептались. Пинк Флойд, да? Пинк Флойд на основе малинового шраба и тоника. Вот. Сейчас заценим наш авторский, который Вероника прорабатывала для теплого сезона, то есть холодное меню. То есть его еще нет в ассортименте? Нет, но, то есть... его уже выводят из ассортимента. То есть сейчас мы уже будем переходить на холодное время года. Ну, да, я просто не вижу сейчас его нигде. А он у меня за спиной, вот он здесь все 4. Здесь мы всегда делаем менюшки такие. Здесь сразу понятно, что входит в него, сразу понятно... и описание вкуса, и подачи, и все остальное. Та-да! Спасибо. Пожалуйста. Так, ну, держи, Жень. Цени первый. Слава, это ты про этот? А, это нужно... Ты мне говорил, что... А? Ой, перемешать? Я сажусь. Сейчас. Жень, пожалуйста, кайфаните. Как правильно кайфовать? Не вытаскивай трубочку. Оп. Какой-то малиново-мятный взрыв во рту. После молока, малиновый шрап. Он щиплет, прям как, я не знаю, это шампанское, но при этом очень такой нежный малиновый вкус и на послевкусии такая свежесть мятная. Как раз за счет легких достаточно компонентов, но при этом интенсивных во вкусе. Он яркий, но... Причем кокос здесь, он играет роль как такого дополняющего какого-то элемента, то есть он не доминирует во вкусе, но, по крайней мере, я его так даже сразу не услышал. Если уже начинать задумываться о тех вкусах, которые здесь слышно, то тогда кокос слышишь, но сразу это малина и вот прям такое дыхание свежести от мяты. 100% это стоит попробовать. Более того, так как это сезонный летний напиток, то время осталось мало, поэтому ребята из Харькова, из Киева, у вас есть возможность еще какое-то время, какую-то недельку ощутить этот вкус, просто слов нет.